Энергия там, где есть движение. Активный образ жизни открывает новые возможности. Сохрани и приумножь свою красоту. Здравствуйте! Продолжаем наши тренировки на свежем воздухе. Я Виктория Королева. Сегодня я покажу вам ультракомплекс, в котором будут задействованы все основные группы мышц верхнего и нижнего пояса. И, как всегда, начнем с разминки. Первое упражнение – полуприседание с гантелями в руках. Ноги на ширине плеч, руки с гантелями поднимите вверх. Делаем мах ногой в сторону, держа руки вверху. Затем полуприсядем, заведя руки как можно дальше в сторону талии, немного задерживаясь. Старайтесь таз отводить как можно больше назад. Выполним 15 полуприседаний сначала в одну, затем в другую сторону. Работают мышцы ног, ягодиц, руки и пресс. Второе упражнение. Глубокие приседания с гантелями в руках. Поставьте ноги как можно шире, носки врозь, гантели в руках. Сделаем глубокое приседание, руки сгибаем в локтях, слегка касаясь плеч, немного задерживаясь внизу. Выполним 15-20 раз. Работает ягодичная мышца, внутренние мышцы ног и бицепс. Третье упражнение – боковые выпады с гантелями в руках. Ноги на ширине плеч, колени расслаблены. Сделайте широкий выпад в сторону, одновременно подтягивая руки с гантелями к груди. Возвращаемся в исходное положение, опускаем руки и выполняем с другой ноги. Выполните 15 раз на каждую ногу. Работают внутренние мышцы ног, ягодичные и мышцы рук. Далее ракета. Стоя на одной ноге, другую отведите назад, а руки тяните вперед. Нога и руки параллельно полу. Задержитесь, считая до 5. Затем вернитесь в исходную позицию. Так выполните 8-10 ракет и поменяйте ногу. Упражнение укрепляет спину, плечи, ягодицы, ноги и пресс. Последнее упражнение – выпад вперед с гантелями. Возьмите в руки гантели, поставьте ноги на ширине плеч. Поднимите вверх прямые руки и одну ногу, согнутую в колени. Носок тянем на себя. Сделайте этой же ногой выпад назад, одновременно сгибая руки, слегка касаясь плеч. Выполните 10-15 выпадов на каждую ногу. Укрепляются мышцы ягодиц, плеч, рук и спины.
Выполните весь ультракомплекс еще 2-3 подхода, чтобы закрепить результат. И закончим растягиванием. Расставьте ноги как можно шире и наклонитесь вперед, касаясь руками пола. Постойте так полминуты. Потянитесь к одной ноге, а потом к другой. Затем наклонитесь еще ниже, стараясь поставить локти на пол. Тянитесь 1 минуту. Далее обхватите запястье одной руки, отведите ее в сторону, тяните 0,5 минуты. Поменяйте руку и выполните растягивание в другую сторону. Спорт улучшает самочувствие и поднимает настроение. Смотрите мои выпуски. До встречи!